Остановочные павильоны, тротуары, парковочные места и поддержка арендодателей, а также многие другие вопросы были вынесены на повестку дня на очередном заседании Тверской городской думы. Какие проекты одобрили народные избранники? Подробности в сюжете нашего корреспондента. Проект финансовой и имущественной поддержки малых и средних предпринимателей был одобрен народными избранниками. Речь идет об арендаторах муниципального имущества. Весной этого года им уже были предоставлены отсрочки по платежам за используемую недвижимость на 6 месяцев. Этой мерой поддержки воспользовались более 100 предпринимателей. Цифры по устройству парковочного пространства, которые заложены в программе, они говорят не о платных парковках в первую очередь, да, а о тех парковках, которые у нас есть, так называемые муниципальные районы, где непосредственно не хватает. Обсуждались на заседании насущные социальные проблемы, с которыми к своим депутатам обращаются жители города. Горячими вопросами стали остановочные павильоны, тротуары и парковки. Граждане жалуются, что в одних районах пешеходные дорожки и остановочные павильоны находятся либо в ненадлежащем состоянии, либо вовсе отсутствуют. Дефицит парковочных мест испытывает каждый район города. Эти проблемы должна решить программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Твери на 2020-2039 годы. У нас есть арендаторы, которые имеют муниципальный собственник. Арендованные площади, они сдают их в аренду, в субаренду, и если они снизили для своих арендаторов стоимость арендной платы, мы, город, компенсируем им именно вот средства для того, чтобы они могли поддержать в данной ситуации своих арендаторов. В результате реализации проекта ожидается, что появится еще более 35 тысяч парковочных мест, а также будет увеличена протяженность автомобильных дорог более чем на 45 километров, а 85 километров реконструированы. Вместе с этим проектом на заседании народные избранники рассмотрели еще 15 вопросов, касающихся разных сфер городской жизни.